работы на эту тему свою, чтобы раскрыть, наполнить, поэтому ты больше вот это, нужно вытащить твой грудной отдел, чтобы ты спокойно. То есть так называемая, в чем концепция у нас получается вот этого, как сказать, умирания сомнений, да? Угу. Это вот, видишь, я показываю, да, то он либо падает, либо он растет, а нам нужно его это сгоминизировать. Угу. Что ты ощущал, что у тебя вот здесь раз, ты вроде отпустил, но отпустил, да, и тело отпустил, угу. Вроде, но не сдулся, вроде как оставался вот в этой такой единой тяжести, естественно, все постепенно здесь дошло, угу. Да, сюда, что оно вроде как и сильное, угу. Видишь, и отсутствуют вот эти вот поиски, да, как бы. Uh-huh. Вот. Значит, это наша основная сейчас твоя концепция в этом плане работы. Там внешняя, внутренняя сторона, это уже насколько тебе вспоминается. Uh-huh. Спокойно допускай, видишь, только не сдувай, а именно туда как бы проходишь в пальцы, видишь. Там, опять здесь, оп, туда. Отпускайся, расслабляйся. То есть расслабляйся, видишь, у тебя, смотри, у тебя расслабление происходит какое, видишь, сдутие. Оно что? Отпускание. То есть, видишь, в чем обычная ошибочка? Ты хочешь успокоиться, да, или прийти, там, а у тебя раз, так, падает тонус. А он должен, как это, суп, или пытаешься поддать. А он должен, видишь, отпускать от позвонить. Ты как бы в расширении, видишь, ты отпускаешься. Чтобы не происходило, даже если ты вроде бы и движение вниз идет, но ты отпускаешь, да, то оно, видишь, оно как бы отпускает. Его не нужно поддавливать, оно просто отпускает. Ты опять потянул назад. А здесь. Чисто ты, то есть нет схватывания вот этого обратного мышцы. То есть само по себе расслабление, то есть ты отдаешь энергию. Ну как не отдаешь ей, а ты вот выпускаешь, вот она, видишь, хоп, спокойно. То есть у тебя идет подъем с одновременным проходом сюда. А в чем обычная ошибка? Ошибка в том, что расслабление, и мы его выпускаем туда, а это немножко другое. То уже прошло, это выпуск, вот. То, что ты догнал оттуда, выпуск отдает. Поэтому ты и есть, что ты, опа, ты отпускаешься, видишь? И у тебя тогда рука довольно-таки, видишь, наполненная, никуда не теряет. Если ты сделаешь, так, надо расслабиться, раз, ну, все. Работаем на этой фазе. Нам уже должно будет пониматься тогда, что если ты сильно сюда отпускаешь, а оно идет в тебя, ты этому не сопротивляешься, видишь, но у тебя все равно идет на самом деле от себя. Здесь, смотри, здесь ты вроде отдаешь, но а на самом деле она все равно контролирует к тебе. Потому что ты ее не сбрасываешь, значит, я за нее где бы не хватался, она сильная, она идет как бы назад. Здесь зависит, ты выбираешь, куда внимание, сюда будет отдача или туда будет отдача, видишь, всего лишь. Сюда будет отдача, сюда, на этот будет отдача. Опять, видишь, нет, не здесь, не здесь, не здесь. Почему я сказал? Это, да? Здесь идет расширение, а за счет этого, что на этом деле висит, у тебя отсюда идет как бы подъем, вот он, видишь? Ты же сюда отдаешь, видишь? Отдаешь, а другое, что под тем, что оно встречает, оно имеет свою такую, как бы, подожди, спокойно, пружинку такую, видишь? Вот. И чем опять освобождаешь вот это крыло, оно больше суп не втягивает, оно просто ощути, как работает мембрана, тело, видишь? Вот оно. И причем не ты двигаешь, а я его чуть-чуть как бы двигаю или отпускаю. У тебя есть возможность отрегулировать. Это я считаю, это на качестве мяча, как бы я его это чуть сжимаю, не ты сжимаешь. Он у тебя все время в расширении идет. Не ты сжимаешь, я его сжимаю чуть-чуть. То, что у тебя появляется отпускание, я его как бы тренирую. Соответственно, обратный процесс я тренирую в этот момент сжатия. Видишь? И в чем здесь опять смысл? Если я тебя здесь хватаю, видишь, а ты позвоночником ты идешь назад, позвоночником идешь назад, позвоночником, значит, это у нас тоже позвоночник, куда он идет?
назад. Не, нет, он идет вперед. Он идет вперед. Видишь, он же проваливает. Ага. Видишь, в чем дело? Вот, это спина, да. Это спина. Если у тебя идет обратный хват, значит, здесь-то ты. Стоп! Угу. Здесь-то ты им движешься сюда. Видишь? Угу. Вот он движется сюда. Другое, что я на него попадаю, я иду к тебе. Угу. Видишь, угу. В чем дело? Если ты его меняешь, и у тебя движется позвоночник назад, здесь куда идет одна? Вперед. Вот, поднимает, видишь? Угу. Вот он туда, вся тема-то на этом. Ну, обратный ход получается. Ты пойми, это да. Позвоночник. Да, да, да. Угу. Если тебе нужно здесь двинуть его вперед, условно говоря, там тебе позвоночник нужно пойти назад. Вот он, видишь? Угу. Вот он. И поэтому само вот эта тема расширения, и получается, что позвоночник расширяется, у тебя идет движение назад. Угу. Видишь? Соответственно, когда у тебя идет раскрытие вот это назад, эти движения, угу. Видишь, что происходит? У тебя позвоночник движется как бы это, внутрь. Вот он. Угу. Видишь? Угу. Это грудь, считай, как бы в этом плане. Ну, они друг к другу, получается, движутся. Да, они друг к другу. Угу. И получается, что твоя мембрана в этом плане работает как бы в обратку. Если ты развернул эту тему, угу. У тебя все идет назад. Но насколько в этот момент заряжается позвоночник, который готов это шагнуть угу. туда. То есть, как бы называется, со спины ты готов угу. выбить туда. Если ты в этот момент делаешь какой-то срыв, меняешь, видишь, здесь угу. ты... Ничего не происходит, uh-huh. потому что у тебя позвоночник гарантирует вот эту uh-huh. тему. Uh-huh. И она фактически будет в чем изменить? Ты меняешь только, куда это будет uh-huh. по этой схеме. Понимаешь? Да. То есть на самом деле получается, что здесь не нужно напрягаться именно физически. Uh-huh. Тут надо понять, в какую сторону что идет, я понял. И тогда зависит от этого, у тебя получается, что угу. движение мембраны это или сюда, видишь, или сюда. А другое, что когда мы говорим о внутренней полости в ней, ты больше обращаешь, как нижняя часть начинает работать. Угу. А у них есть свои плюсы. Допустим, в груди есть расширение, которое, соответственно, в нижней части, угу. а не в плюсах. Угу. Если в спине, значит, допустим, какое-то расширение, есть, соответственно, расширение здесь, внизу, видишь, энергетика. Угу. То есть это по принципу вот этих взаимодействий. Угу. Здесь, значит, общее наполнение, либо сжатие, либо впускание. Угу. Вот оно, о чем угу. происходит. Понимаешь? И на самом деле, то здесь всего лишь гармония между этим самым. Это и есть отсутствие сомнений. Когда тебя бросает либо сдаться, либо это поддать, значит, отсутствует сомнение. В этом и есть основной принцип, когда мы говорим, там самое длинное движение, долгое. Это сгармонизировать, как бы замедлить, чтобы мысли и действия, слова, они совпали. Uh-huh. В этом есть смысл вот этого долгого движения, когда ты тренируешь вот эту форму uh-huh. движения. Понимаешь? Это и есть убирание сомнений. Uh-huh. Убирание сомнений. И то, что мы когда выходим здесь на контакт и пытаемся убрать сомнения, мы фактически и пытаемся, что ты поставил, я тебе помогаю, я двигаю за тебя. Uh-huh. То есть не нужно ни прижимать, ни это самое. Нужно себя отрегулировать от состояния вот этой ладони. А все остальные перемещения, опять же, будьте, почему я сказал, как на мячике, да? Ты, uh-huh. ты готов все время расширяться. Uh-huh. Ты не сопротивляешься, видишь? Я тебя вожу, uh-huh. это uh-huh. всего лишь... Уровень напора твоего внутреннего состояния, который я как бы накачиваю, как насос, видишь? Насос. Да? И ты поэтому, когда здесь взялся, у тебя первый, видишь, вот, куда расширяется. Я отсюда взял, куда я это расширяю. И тогда я говорю, что единственное, что у меня получается, что на этом варианте я могу устроить какое-то среднее движение, видишь, раскрутить. И, соответственно, это. Вот этот, видишь, вот он, фактически. На этой части, да? Uh-huh. А вот это, то, что я с этим рисую, я как раз показываю, что это вот эту часть могу заставить. Стоп! Не здесь. Вот этот. Давай вот так вот я чуть прижму, или могу даже вот здесь вот поднять и сказать это. Вот. Миша, ты перехватываешь опять там. Я хочу вот эту, чтобы ты уловил. Вот она. Видишь? Вот она. Тогда она начинает взаимодействовать со всем этим корпусом. И также при этом есть uh-huh. короткое изменение, то, что uh-huh. видишь, uh-huh. ты его напрягай, а ему не нужно напрягать, нужно всего лишь ощутить, что вот эта часть тоже работает. И фактически весь тогда система изменений получается, ты работаешь в малом кругу,
Uh-huh. Переходишь, допустим, в какой-то большой, средний круг. Uh-huh. Или выходишь из этого в большой круг. Uh-huh. И вот это все совмещенное движение, получается, что ты это используешь. Uh-huh. Опять же, регулируешь за счет этого дистанцию. То есть у uh-huh. тебя дистанция, видишь, на ней что позволяет? Ты это держишь на месте, чтобы в ней что-то сработало. Ты говоришь, вот она туда, видишь, эта мембрана сработает. То есть здесь все спокойно. Uh-huh. Понимаешь, что тогда все удлинение произойдет всего лишь вот за счет мембраны. Вот это и есть то, что ты грудь раскрываешь, грудь, либо ее на грудь натягиваешь в этот момент. Не здесь, а вот он. И оно взаимодействует с телом в этом плане. Uh-huh. Соответственно, внутренний пузырь. Соответственно, здесь, значит, у тебя позиция отсюда, да, значит, на этом тогда позиции есть круг. Uh-huh. И uh-huh. при этом есть что? Этот малый круг, который изменяется, независимо от этого. То есть ты его прокрутил здесь, видишь, вот он. Да-да-да. Вот он. Раз, два, три, да? Uh-huh. Видишь? У тебя получилось к нему тогда, вот оно, видишь, uh-huh, uh-huh, этот да. соединение, uh-huh. этот, нет, вот оно тогда, видишь, это показываешь вверх-вниз, uh-huh, uh-huh. а сама эта тема, здесь она вырабатывает уже, видишь, вот uh-huh. на этой свободе. Uh-huh. Вот. И мы все это налаживаем в тот же самый спокойный вариант, который у тебя в первой форме ложится именно на основу общинского ключа. Ты его выпускаешь, отдаешь, видишь. Если ты отдаешь, спина пошла, у тебя идет тот самый. Второй момент. У тебя выходит грудь здесь, пошла вверх. Грудь вверх пошла. Видишь, у тебя что получается? Ты хоп, выходишь на более верхний вариант. Видишь, uh-huh. это пошло uh-huh. обратно, грудь поднялась. То есть этот вроде как выпустил вот здесь. Здесь знаешь, у тебя получилось изменение между средним и верхним. Видишь, uh-huh. за счет вот этого. Там прокрутил, хоп. У тебя образовался этот момент. Решил его отсюда, накачка будет один момент. Если опускаешь, у него будет, видишь, другой. Uh-huh. Uh-huh. Поменяешь с этим, да, вот оно будет, опять, сломал? Uh-huh. Нет, она должна это четко встраиваться в нее. За ней идти изначально. Когда она, ее может поддать, вот эта вторая часть, видишь, вот она, зависимо от этого, вторая может поддать ее. Uh-huh. Uh-huh. Когда у тебя соединено с чем? Вот с этой частью, uh-huh. видишь, тогда это опять же отсутствует, uh-huh. она всего лишь регулирует на вот этот момент, вот это ее туда, тогда она может поддать ее, за ней как бы идти, и это почувствует, что она на ней находится, uh-huh. но никак не на плече, она уже на вот этой средней части, uh-huh. которая ее двигает, а опирается она, естественно, на то, что изначально приводит ее там, все. Так, значит, уловил, да? Примерно. Теперь я перезапускаю.